Друзья, всем привет! Рубильник в кадре. Я на пути к абсолютному мировому рекорду Гиннесса в планке на турнике. И в этом видео я покажу вам зрелищный, динамичный и невероятно красивый элемент, который впечатлит не только друзей и девчонок, но и опытных воркаут-атлетов. Выход ногами. Проанализировав весь русскоговорящий контент на YouTube, я нашел всего две обучалки по этому элементу и решил снять для вас новое, уникальное видео, благодаря которому вы сможете справиться с психологическим барьером, стать двумя ногами на турник и поставить правильную технику исполнения с самых первых попыток. Мое обучение состоит из 5 подводящих упражнений, которые мы рассмотрим в первой половине этого видео. Во второй половине я расскажу о всех возможных причинах, почему выход ногами может не получаться. С вас, как всегда, лайк, подписка и погнали! Самое первое и самое простое упражнение, которому вам необходимо научиться, это запрыгивать в передний упор. Рекомендую практиковать абсолютно все, без исключения, подводящие упражнения на низком метровом турнике, а лучше брусьях, чтобы инстинкт самосохранения не беспокоил вас и вы могли сконцентрироваться на качестве и количестве повторений. Сперва попробуйте делать это упражнение в одно движение. Запрыгнули и сразу спрыгнули. Запрыгнули, спрыгнули. При спрыгивании с турника сохраняйте небольшую отмашку ног, чтобы это выглядело динамично. Спустя 20 удачных попыток попробуйте задержаться в переднем упоре на 3-5 секунд, чтобы вы привыкли к ощущениям длительного пребывания в этом положении. Для перехода к следующему упражнению достаточно сделать по 20 повторений в каждом варианте. Второе подводящее упражнение – вымах ногами с выносом тела выше уровня горизонтали. После выхода в передний упор необходимо сделать сильную отмашку ног для того, чтобы по инерции вылететь над перекладиной. Это упражнение поможет ловить баланс и координировать тело в воздухе. Нужно иметь крепкие, сильные руки, чтобы управлять своим телом и сделать несколько повторений за один подход. Уделите этому этапу достаточное количество времени, сделав не менее 30 успешных повторений. Если все окей, двигаемся дальше. Третье подводящее упражнение – прыжок над перекладиной, удерживаясь руками на турнике. Во втором упражнении вы уже научились правильно вылетать над перекладиной с прямым телом. Теперь нужно научиться выпрыгивать после отмашки ногами, удерживаясь двумя руками на турнике. Выравниваем спину наверху и подбираем под себя согнутые в коленях ноги. Первые попытки можете пробовать на небольшой амплитуде, с каждым разом наращивая и наращивая темп и высоту вылета. Важно дойти до того момента, когда вы начнете это делать на автомате, прежде чем приступите к следующему упражнению. Для уверенности сделайте от 30 до 50 повторений. На своем примере скажу, что для достижения положительного результата таланта бывает недостаточно. И если не получается, берите упорство. Не важно, как вы к этому будете идти, важен конечный результат, а он в ваших руках. На четвертом этапе пробуем запрыгнуть ногами на турник. Сейчас вам не обязательно удерживаться сверху и балансировать. Ваша задача просто коснуться ногами перекладины и спрыгнуть обратно. Если получится задержаться на долю секунды, отлично, супер. Но лучше сделайте 20-30 попыток легких касаний, чтобы вы прочувствовали, на какую высоту необходимо выпрыгивать и не цепляться обувью. После того, как внутренний психологический барьер одолеете и убедитесь в безопасной высоте вылета, переходите к следующему упражнению. Последнее, пятое подводящее упражнение будет удержание равновесия на перекладине. Если вы дошли до этого этапа, можете себе аплодировать стоя, так как ваш выход ногами готов на 90%. Остается вопрос за малым. Найдите невысокую перекладину или брусья, чтобы была возможность одной рукой держаться за какую-либо точку опоры. Теперь выберите положение стопы, в котором удерживаться будет наиболее комфортно. И постепенно отпускайте руку. Таким образом, вы начнете балансировать на перекладине без точек опоры и при вылете ногами автоматически сориентируетесь, подобрав правильное положение тела.
Сделайте это упражнение 20 раз по 5 секунд, и если не возникают трудности в процессе, пробуйте соединить все упражнения в одно целое. Теперь давайте рассмотрим варианты, почему выход ногами может не получаться. Одна из основных причин, которую я выделил, это психологическая сторона вопроса. У вас включается инстинкт самосохранения, который сковывает тело, не позволяя продолжить обучение или же делать это на должном уровне. Простыми словами, страх побеждает желание выучить сам элемент. И я нашел несколько вариантов решения этой проблемы. Во-первых, учитесь делать этот элемент на брусьях. В таком случае, если вас качнет вперед, будет шанс сделать один шаг и ступить на второй брус. А еще лучше найти брусья с вертикальной точкой опоры, чтобы можно было не только ступить вперед, но и схватиться рукой. Во-вторых, новички больше всего боятся зацепиться носками за турник и полететь топором вниз. Для этого нужно понять для себя возможные последствия, которые будут, если зацепитесь ногами за турник. А будет ровным счетом ничего страшного, так как вы успеете схватиться за перекладину и выйдете в виз. Хорошо будет, если найдете несколько старых матрасов, которые можно постелить под турником для большей уверенности. Также рекомендую попробовать запрыгнуть одной ногой, не отпуская перекладину руками. После того, как научитесь ставить одну ногу, попробуйте двумя и выпрямляйте спину только после того, как уверенно закрепитесь наверху. И вторая причина неудачных попыток может появиться из-за отсутствия разминки тазобедренной зоны. Сделайте 20-30 глубоких приседаний перед тренировкой, высокие выпрыгивания, наклоны и прочие упражнения, чтобы подготовить мышцы к работе. Надеюсь, это видео поможет вам в изучении выхода ногами на перекладину. Делитесь своими результатами в комментариях под этим видео, подписывайтесь на канал и врубайтесь вместе со мной.